Не поддаваться на провокации и читать информацию только в проверенных источниках, призывает самарцев Дмитрий Камынин, руководитель проектного офиса «Цифровое развитие Самарской области». Чтобы быть более убедительным, он написал песню на эту тему и спел ее для нашего телеканала. Добрый день, дорогие друзья! Когда я остался дома, первым делом я взял в руки старую, добрую, давно забытую гитару. Ну а вторым делом, естественно, полез в интернет. Боже мой, сколько там информации о том, что происходит вокруг! И как в связи с этим не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого? Его памяти. И специально для вас я посвящаю эти строки. Сколько фейков наши ленты засоряет, сколько паньки засеют там и тут. А вы слыхали, что власти-то на вирус вообще не проверяют, но есть сайт, где все проверить в 5 минут. И словно змейки там и сям ползут фейки по сетям. Ими хоть и запрещенный полон даже телеграм. И немного там-там. Я читал, бомбардируют химикатом и пост о том, что хрещ нет уже 3 дня. И что лечиться нужно только самогоном, концентратом. От него лишь мрет ковидная фигня. И словно змейки там и сям ползут фейки по сетям. Ими полнится сегодня и WhatsApp, и Telegram. И, конечно, там-там. Мотиватор переслали удаленно, что врач буржуйский где-то брякнул между строк, что в интернете заразиться можно определенно, но пока что только лишь через ТикТок. И словно змейки там и сям ползут фейки по сетям, в Одноклассниках и в Вайбер, в Инстаграм и в Телеграм, а особо в там-там. А нет-нет, да в чате снова пронесется, что, мол, верят в вирус только дураки, и что все это лично нас вот 100% не коснется, и пора уже бежать на шашлыки. Словно змейки там и сям ползут фейки по сетям, на Фейсбуке, на Ютубе, и в Дискорд, и в Телеграм, из Вичата в там-там. Подогретый безлимитным интернетом, фейк грызет мозги взрослым и детям. Но я верю, дома, меж своими, фейков точно нету. Оставайтесь дома, шлить фейк к чертям, словно змейки там и сям ползут фейки по сетям, в Твиттер, в Стиме, в моем мире, в Лив-журнал и в Телеграм, в Angry Birds и там-там. Оставайтесь дома. Будьте здоровы.